Блюдо из тыквы известно человечеству не одну тысячу лет. Этот овощ неприхотлив и произрастает практически везде. Потому почти у всех народов активно используется в приготовлении различных блюд. Рецептов огромное количество, и сегодня шеф-повар Максим Соловьев поделится с нами рецептом великолепных блинчиков с начинкой из запеченной тыквы, меда и розмарина. Сохраняйте видео. Сезон тыквы в России начинается в сентябре. Это очень полезный продукт, наполненный микроэлементами и витаминами. Сегодня мы приготовим тыкву запеченную с тимьяном и медом. Добавим ее в блинчики. Так. Для того, чтобы запечь тыкву, мы берем... Я взял тыкву сорта Патернат, еще ее называют гитара. Для запекания мы разрезаем тыкву напополам. Чистить кожуру не обязательно. У нас получается две лодочки. Отсюда мы удаляем все семечки для того, чтобы у нас получилась чистая лодочка. Мы помещаем в нее дольки сливочного масла. Дольки сливочного масла, свежий тимьян. Заправляем это медом и сахаром и отправляем в духовку. Вот в таком виде. Температура 180 градусов, 40 минут. Посмотрите, как она подрумянилась. Аромат тимьяна, меда. Получилось здорово. Теперь берем блинчики. Мы заранее их испекли. Возьмем сразу два. Начиняем нашу тыкву. Сейчас наши блинчики тыквой. Так, с веточки тимьяна обрываем лепестки, рассыпаем поверх тыквы и берем еще немного меда. Мед можете использовать любой, какой вам нравится. Можно гречишный, я взял синьковый. Мы засервировали наши прекрасные блинчики, добавили сюда тыквы, сверху мед, немного груши, ароматного тимьяна. Приятного аппетита!